перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, здорово. Это ужас какой. Все, как обычно, ждем соточку. Угу. Все, набрались. В общем, идет 6-й день сидения. Я очень устал, блядь, все сводить. Выходили еще лайвы. Блин, я даже поставить не могу. Все в порядке, не обращайте особого внимания, просто это как бы в Твиттере я написал для себя. Вышел я в эфир, потому что я заебался, нужно как-то разрядить обстановку. Я дал дурацкое еще обещание, блядь, не бриться, пока не закончу релиз, и я просто уже устал от этой херни. Это катастрофа. Я начал шампунем мыть, блядь, бороду, это ж пиздец какой-то. Настолько она длинная, что ее приходится мыть шампунем. Надеюсь, через пару дней я ее сбрею уже. Вот, 6-й день сведения, я почти все сделал, короче. Сейчас расскажу про лайвы. Очень много народу про лайвы писало и так далее. Еще в лайве была одна небольшая проблемка перед тем, как мы репали. Ну, точнее, репетировали перед записью. Я начал исполнять «Сына фермы» и неправильно сделал опору и сорвался нахуй голос. Получается, он у меня иногда слетал на высоких из-за этого. Плюс, мне кажется, короче, на более Даня взял не тот аккорд в основную, ну, короче, в партию куплета. Ну, но в любом случае, типа, даже там скрипч с нервами они сыгрывались целый год. Вот. И мы сыграемся. Это по-любому, при том, что мы будем делать летом металлюжный эпишник, вот, полностью на живых инструментах. И выпустим ее, думаю, в августе. До этого времени еще успеем сыграться, сейчас главное повестку закончить. Осталось совсем чуть-чуть. Дождаться куплета. Это раз одного единственного. И отсвести конечный материал. Может что-то переписать, я вот думаю, какие-то бой переписывать, не переписывать. Я его записывал на прошлый микрофон Simon U. Вихингер, или как он правильно там называется, и он очень хуёвый. Ну вот, но по энергетике трек получился пиздатым, и я вот думаю, переписывать или не переписывать, потому что переписывать дело очень неблагодарное вообще. Треки я не сливал. Просто благодаря тому, что контакт дырявая помойка после того, как контакт покинул Дуров. Обычные пользователи нашли баг, то что если... Короче, я не буду его полностью описывать, можно просто из адресной строки взломать чужие аудиозаписи. Вот и все. Так как, блять, закрытые аудиозаписи почему-то не являются закрытыми, мне пришлось все демки своих аудио удалить. Вот, ну, два трека успели слить. Мы их, я думаю, изымем сегодня. Что ничего его, блядь, не сливал. Нахуй мне что-либо сливать. Так, сейчас реплайчи почитаю. Про то, что Рощу был тихий, мы тысячу раз говорили, типа, чтобы Рощу вапнули, его не апнули почему-то по звуку. К Хэви отношусь хорошо, к Рике Ф нейтрально, по Бомбизи нейтрально. Да привет, привет, привет. Сколько надо записываться на студии для идеала? У меня обычно получается с первого раза. Ну, типа, с первой сессии. Каждый раз, когда я пытаюсь переписать второй раз, не выходит, не получается дать ту же самую эмоцию. То есть сейчас удобно, у меня микрофон здесь, и типа, написал бит, написал текст, сразу встал, записал, и заебись вообще. Идет чистолюд. Ч
камбэк в зал вообще охуительный. Пока разгоняюсь. Типа я не могу ту же нагрузку брать, которую брал. Кур 92 пиздатый. Только что насчет фитов на поездке сказал, что будет один фит. С томским чуваком. Не с бэмовскими чуваками. Чего вы все про Фару спрашиваете? Чего? Конечно, жду нового фильма Тарантино. Каким можно не ждать это Тарантино? Квентин Батькович. Мерч, я думаю, выйдет раньше. Мы его подготовили очень много вообще. Меня могут отпиздить за то, что я слишком смелый. Кто меня может отпиздить за то, что я слишком смелый? Нихуя не понимаю. Блять, ёбаные иностранцы зашли. Сейчас к ним обращусь. Главное вспомнить английский язык хоть немножко. Hey, all of you bastards. All English speakers, go fuck yourself. From Russian translation. And this is my stream on Russian language. Don't fucking laugh. If you wanna, I will break your neck. Okay? Ну все, попрощались с зарубежными, с моим хуёвым английским. Не хочу заебываться с ними. А чё со мной все здороваются, мне интересно? Какой хуй. Фишка с капсом, профиты никакие, пацаны. Господи, блядь, это будет не бэмовский. Мерч будет, я думаю, к концу этого месяца уже будет продаваться. Челики, которые сюда залетные, идите нахуй просто, я ваш рот ебал. Вот. Типа, вообще похуй кто. Ой, не мои подписчики. Ой, не сторонняя аудитория. Вы, блядь, не знаете, кто я. Вы заходите к незнакомому человеку и посылаете его нахуй. Вы долбоебы, и я желаю вам сегодня сдохнуть и пойти греть своих прадедов в могилу, блядь. Всего доброго, нахуй. Короче, по поводу мерча, он выйдет к концу месяца. И, ну, короче, его будет дохуя, прям пиздатого. По поводу EDM-а, я, ну, типа, делаю до сих пор. Никаких проблем с этим нету. Только я не знаю, как его релизить. Вот и все. Кот на ручку прыгает. Спасибо за успехи. Нахуй мне сохранять эфир. Ты еще раз высказывался, что я когда запускаю эфир, я хочу, чтобы вот он был прямо сейчас, чтобы его не было в записи. Ну, 140 BPM сафер мне не зашел. У меня, блядь, даже такое ощущение, вот с Эдиком Кингстоном мы учились в Томском гитарном лицее в 9 классе, ну и, в принципе, там какой-то период общались. И вот он как читал, блядь, так и читает. Он, конечно, ну, типа, прокачал скилл рифмовки, темпа какого-то, флоу, но у него подача та же самая. То есть он, типа, с теми же самыми интонациями, как он читал в 10 году, читает и сейчас. Потом когда-нибудь, когда смогу с ним встретиться, в конце концов, пообщаемся на эту тему. Ну, ему нравится это, людям заходит, это типа его право, это вопрос типа моего отношения, и мне поэтому и не хочется слушать. Пророчиво я говорил, мы сделали микро-звукачи. Потому что, скорее всего, звукари, которые работают на этом радио, они работали только с попсовиками, а у попсовиков бэк-вокалист — это подложка, а подложка всегда звучит очень тихо. И сколько им не объясняю, они, блядь, нет, блядь, не сделают громче. Не понимаю, почему они не сделали. Не могу за это отвечать, спрашивайте у студии 21. Проебуешь трансляцию? Они бывают, блядь, срочно надо побриться, это какой-то пиздец уже.
Хочу закончить повестку, только чтобы побриться, блин. Сэмплы режу, конечно, но не во всем. Кастет не будет мерчуть. Видите, его нужно, типа, отплавлять. У нас, как бы, таких ресурсов еще нету. Ну, не денежных ресурсов, а я еще не знаю, где можно его плавлять. Найдем место, может, сделаем. Брелки, не кастеты, брелки. Тур скоро анонсируется. Я не знаю, какой самый сильный трек на повестке. Сами решайте. Мне больше всего нравится Свиноферма. Ну и Metalhead. Да и серьезно, Сэм, да блядь. Я треки пишу, потому что они мне нравятся. А хуй не писать то, что мне не нравится. У Трилпила потенциал есть, но пока не слушабельно, по-моему. В смысле, когда трек SpaceX, блядь, прикреплен файлом. Я бы хотел ебашить трэш-метал, но я хочу делать разную музыку. Трэш-метал сделаю в августе. Салют Томску. Я в Москве, блядь. Что значит, когда в Москву? Не буду я ничего включать в трансляциях, потому что сохраняет рэп-перископ, а я сказал, что если они еще раз выставят с трансляции что-то себе на канал, я не буду больше включать треки на трансляции. Поэтому я их больше не включаю. Я не буду говорить, куда я приеду, но когда анонсируется тур, тогда увидите. Обла нынешний не нравится. Обла даже в файлах, по-моему, лучше, чем то, что он выпускает сейчас. Ну, насрать, он сейчас поднимает баблишко и, типа, делает на автомате то, что он делает. Я не знаю, какой он сейчас готовит релиз. Но, по крайней мере, те синглы, которые выходили, ну, по-моему, это лафа. Ну, типа, лафа. Я не знаю, как по-другому сказать. Халтура, короче, да. Ну, вот Кенни, на мой взгляд, халтура. Вот он, типа, делает акцент на этом треке, потому что, типа, ну, вот, сейчас популярен такой хип-хоп. По-моему, он может больше, я не понимаю, почему он не делает больше, если он может больше. Он очень скилловый чувак, у него бывают очень сильные тексты, и какого-то хуя он это все просирает в угоду... Да хуй пойми в угоду чему. Я даже логически для себя это объяснить не могу. Когда встретимся, поговорю, если он, конечно, захочет отвечать. А что, не видно, что я волосы и так отращиваю, блядь? Это ж процесс долгий. В смысле, когда последний раз спал? Сегодня. У меня не такие жесткие мешки под глазами будут. Чего ждать от моего участия? Блин, наверное, музыки, чувак. Чего еще, блядь, ждать? Ну, сейчас я вам скажу, когда повестка выходит. Вы что, смеетесь? Кизару никак не отношусь. Я не филировал волосы. Утром не брейся, и так хорошо. Извини меня, блядь. Борода, она чешется. Ее нужно мыть. Постоянно нужно ходить ее, типа, равнять. Вот, а я воспитан не очень, как бы это сказать-то, метросексуально, что ли, типа... Меня не настолько ебет внешний вид. Ну, то есть, мне сложно правильно стричь ногти, блядь. Их там подпиливать, знаешь. Или маски делать какие-то. Или ходить постоянно зубы отбеливать.
или там постоянно на фреше там с фейдом выходить, это мне очень сложно. Мне очень сложно, мне это кажется заебным, типа, тратить на это время. Да, русские, а кто еще? Ну, типа, блядь, пишите в комменты, на какую национальность я, блядь, похож. Еще кроме русского. По-моему, у меня самое русское ебало, которое может быть. ГУЛАГ я не читал, ты имеешь в виду архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Я его начинал читать, будучи в январе у Машки. Я так и все, блядь, я не дочитал. А надо бы, кстати. А татары, ну, возможно. Не, еблан пиздец налетает. Я вот хочу вернуться во времена, когда у меня было 100, типа, чуваков в конфе, и было вообще нормально. Потому что, блядь, когда попадаешь в туп эфиров, всякая шваль приходит, съебите нахуй, пожалуйста, со стрима, вы мне тут нахуй не усрались, честное слово. Если вы пишете всякие гадости, блядь, или вообще не знаете, кто я, или не имеете представления, ну, типа, и пришли сюда просто говнить челика, которого вы не знаете, идите нахуй отсюда, вы тут нахуй никому не нужны. Машке вам Москва понравилась, сейчас она... Какую-то поеботу пишет. Сейчас она уехала в Томск, я пока делаю ремонт на хате. Где-то в ноябре она, наверное, переедет. К ноябрю, я думаю, я доделаюсь. Вот. Да куча на самом деле нахуй делать. Типа одновременно писать музло, одновременно, блядь, ездить с МКАД, выбирать плитку, блядь, организовывать доставку постоянно. Типа держать на контроле стройбригаду, короче. Сложненько. Плюс зал, плюс постоянно нужно потреблять новую информацию, плюс вести соцсети. Короче, что-то я подзаебался от этого всего. Блять, мой вейв склёвый. А чё мнение о Слепноте? Ну, мне не нравилось слушать Слепнот. Зачем мне трансы вести с зала? Я, блядь, как их буду вести? По-твоему, мне нужно условно там делать джим, и я чё буду... Где я телефон буду ложить? Максимум я там могу вести трансляции, когда я на велике еду. Ну и какой смысл? Типа, это же не какой-то там интересный контент. Фит с Алмасом, я думаю, да. Ну, типа, ну, крутой. Вот чувак взлетел, Мостопейс, салют. Вот челик взлетел, как там? Нуртуримизан, ты дурак. И вот что ты написал, ты дурак? Вот ты залетел буквально секунду, блядь, 30 назад. И пишешь мне, ты дурак. Ты что, еблан, блядь, или что? А у тебя есть хоть какая-то аргументация? Ты, ну, типа, за базар вывезешь свой ебаный? По-моему, ты нихуя не вывезешь за базар свой ебаный, челик. Да похуй, что там папич сорвал. Вы не понимаете, что он, ну, казино продается, просто ему подкручивают и все. Лайвы еще не охуенные, лайвы надо делать лучше. И просто там, кому кажется, что я агрессивный, но извините меня, если люди тупорылые, почему я не могу быть агрессивным? Я наоборот за то, чтобы, типа, люди меньше гадости всякие друг другу говорили, особенно в интернете, блядь. Когда заходишь в инстач и видишь то, что люди пишут себе, себе куча, ну, типа, в рекомендациях и различным людям пожелания даже смерти, там, ну, условно. Ну, это ж пиздец. Я не знаю, вот, если такие люди есть здесь, вот, нахуя вы это делаете, вы можете это объяснить? Типа, причем это даже не какие-то анонимы, да? Это, то есть, туран человек, он, типа... палец свой ебало и пишет, ну, всякие гадости людям незнакомым. Нахуя?
Зачем ты это пишешь? Думаешь, это что-то, блядь, изменит? Это как-то повлияет на человека? Или там, ты соберешь какую-то аудиторию, если будешь пиздеть на всех подряд. По-моему, какая-то глупость ебаная. Людям нужно быть чуточку добрее и, типа, толерантнее друг к другу. Даже, блядь, вот, условно, типа, есть всякие блогеры, типа, Житковского, да, и какой-то Павел там, типа, ну, вот они транс, или как они там себя определяют, хуй знает. Ну, вот просто пацаны, которые супер ухаживают за волосами, волосы, они там держат свой вес в определенном пороге. Ну, по сути, там, я это могу назвать транссексуалом, да. У меня не возникает желания написать то, что, вау, чувак, там, сдохнет, еще что-нибудь. Просто у меня смешают эти люди ебучие, потому что, короче, в Томске есть дизайнер, господи, я его фамилию уже забыл, он делал пельмени Project, ну, в принципе, очень много дизайна компании Театру, если это в Томске есть. И, в общем, он здоровенный, нахуй, качок, борцуха, а при этом еще и пидор. И вот мне бы было интересно, чтобы вот эти люди, которые в комментариях все время строчат всякую хуйню людям, какой образ жизни они не понимают, зашли бы к этому типочку и написали им, блядь, чувак, сдохни, плиз. Да. Просто интересно, что бы с этими людьми потом произошло. Зачем желать смерти тем, кто желает смерти? Это та же самая хуйня, что, типа, знаете, вот есть понятие вендетта. Мне кажется, очень нелогично, потому что если погибает один человек и погибает второй, зачем? То есть, если уже погиб, ну, один человек, зачем умирать второму? Ну, зачем привносить в мир больше насилия, чем в нем уже случилось? Я этого не понимаю. Ты под солями, чувак, а ты под своим отчимом сейчас стонешь, или чё? Вот чё ты мне пишешь про соли, блядь, долбоёб? Ты, может, зрачки мои видишь, которые абсолютно узкие, блядь? Киво ебанаты, нахуй, вот с этими солями ебучими. У меня люди, ну, типа, друзья детства в Томске сдохли от солей. Типа, ну, реально сдохли от солей. Я сопротив всякой наркоты, которая, ну, химозная. Сам курю супер редко, наверное, раз или два года. Ну, на турку какую-нибудь, типа шишку. Потому что мне это неинтересно. И потом почему-то мне пишут люди, блядь, про какие-то соли ебаные. Ты, челик, хотя бы узнай, а вообще, ну... Сука, жопа настолько горит, что я мысли не могу сформулировать. Ты узнай признаки человека, который, типа, сидит на солях или на фене. Ты видишь мое опухшее ебало, блядь, отекшее? Ты, ебанат, в курсе то, что из-за фена, скоростей и солей люди сушатся? Или ты, блядь, не в курсе? Или ты, блядь, не знал? Или ты, блядь, тупой, нахуй, долбоеб, который просто доебывается до поведения человека, чьи паттерны, блядь, мимики он никогда не видел в своей жизни? Иди нахуй. Нет, я не на Воробьевых горах. Вот вы говорите, хуй забить, типа, чуваки, очень много по-настоящему люди пишут такой поеботы. Действительно, ну, типа, от чистого сердца, там, не рофлы какие-то, не посторонние. Типа, так как их много, лучше один раз об этом высказаться, чтобы остальные это услышали, у которых еще не созрело смелости в яйцах это написать. Вот, или глупости в яйцах. И как бы подумают насчет своего поведения. Поэтому я думаю, что я занимаюсь общеобразовательной работой таким образом. Я никаких плагинов больше показывать не буду, потому что Рэп Перископ сливает мои эфиры.
Потому что для кого-то месть за убийство — один из способов осуществить справедливость. Ты можешь человека калекой сделать. И то я не думаю, что это справедливо. Но убивать никто не вправе. Чем мне к MyWaves идти, зачем? Не понимаю. Найс танцует танец краба, это да. Вот что за вопрос, наркотики помогают творчеству? Я не знаю. Я думаю, нет. Ну или да. Может, мне это помогает как-то по-особому вдохновиться вдруг. А еще кажется, что нужно в скором времени, после где-то через годик-полтора, бросать сигареты, потому что, судя по всему, именно они вызывают старость кожи моей. И при том, что мне 24, мне люди постоянно, блин, говорят: бля, ты выглядишь на 30-ку. По-моему, это не очень хорошая тема, потому что я не хочу, блядь, в 50 лет выглядеть на 70. А, по-моему, оно и произойдет. В плеере сейчас гоняю повестку. Я постоянно прислушиваю, постоянно редактирую. На велотренажере 30 до, 30 после. Господи, блядь, про песни Лизера меня, пожалуйста, не спрашивайте. Если кто видел вписку и слышал, как он поет, я думаю, блядь, вопросы должны отпасть насчет его творчества. Чувак, блядь, ни в одну ноту попасть не может. Вы о чем? Грязение ебанулось. Курю с 15, наверное. Ну да. Уже почти 10 лет. Через год-полтора, потому что бросить курить мне нужно будет перед ребенком. Ну это получается год-полтора-два. Мне до этого нужно нормальную базу установить, чтобы, типа, даже если со мной что случится, продажи с альбомов могли кормить мою семью. Вот, типа, когда вот такого состояния добьюсь дохода, я могу что угодно делать вообще, не будет поебать. Этот доход у меня никто забрать не сможет. Этот доход в случае, если со мной что-то произойдет, попадет моей семье. Я буду знать, что я не буду голодать. Вот. Поэтому давай, через 2 года брошу курить. Потому что сейчас мне нравится, и я люблю это дело. Вот. А потом чисто из-за физиологии и заботы не только о себе, а типа в будущем, когда появится ребенок, я не думаю, что там, условно, моя дочь или там сын хотели бы, чтобы я сдох в 60 лет. Я думаю, это хреновая тема. Без обид, но ребенок — это просто трата времени. Конечно. Огромная трата времени, но не просто трата времени. Какой доход для меня нормальный? Я достаточно аскетичен, ну не полностью, конечно, не туда, но типа не какой-нибудь супрем, блядь, ну просто хорошая одежда, да. В ресторанах я редко питаюсь, не знаю, какой доход. На данный момент мне необходимо 1200 в месяц.
чтобы нормально разбираться с ремонтом. Вот, а сейчас мне приходится жопу рвать для этого. Это не очень приятно, я вам скажу. Жопу рвать. Срастается жопа плохо. Если ее рвать. Погодите, я тут аккумулятор подсоединю, а то сейчас транса вырубится. Да, на жизнь чисто музыкой зарабатываю. Сейчас неплохо идет с тунца, прям нормально. Но пока недостаточно. Ну, типа, это не значит, что я сейчас буду делать контент, который будет, знаете, там, лучше продаваться, там, займет больше аудиторию, я это в рот ебал. Если я не буду делать то, что мне нравится делать, нахуй это вообще нужно. Зачем мне носить цепи с бриллиантами? Я этой хуйни не понимаю. Я хочу себе сделать два грилза на два клыка и все. Типа это хотя бы прикольно, а цепь с бриллиантами нахуй она нужна. Есть серебряная цепь, я люблю серебро, я золото не люблю, я брюлики не люблю. И не люблю все, что блестит именно. Мне это кажется крайне вульгарным. Сейчас я считаю. Б, откроешь кофейню, чтобы стабильный доход был. Чувак, с кофейни ты будешь поднимать там, блядь, с маленькой кофейни, там, условно, будка, 1050 в месяц, это хуйня. Нужен более проходимый бизнес для этого. Я это сделаю, но, скорее всего, этим будет заниматься Машка, потому что мне нужно заниматься музыкой, мне некогда распыляться. Мне сейчас-то мало времени хватает на то, чтобы музыкой заниматься, блядь, а с бизнесом это вообще пиздец. Это, блядь, нельзя вложил бабки, знаешь, какому-то там условного наемного директора взял и типа все решаться будет. Нет, если ты ни за чем не будешь следить, люди будут пиздить деньги, тебя будут наебывать. Вот, а всю ответственность за бизнес в итоге будешь нести ты. Поэтому этим нужно серьезно заниматься. Кофейня, я думаю, что должна быть проходимость. На самом деле, даже тот же самый ремонт обуви приносит нормально бабла и это крайне стабильный доход и малозатратный, ну, типа малый бизнес. Это ремонт обуви, это какая-то парикмахерская, это можно выкупить франшизу Топ Гана, например, туда типа нанять людей, ну то есть обеспечить им какую-то точку новую. Короче, вариантов множество, просто для этого нужны свободные финансы, а для свободных финансов нужно закончить задачи, которые стоят сейчас. Эти задачи я сейчас заканчиваю, поэтому я и такой заебанный, потому что мне делать приходится, ребятки, да хуя. Вот. Я бы тоже сейчас мог гонять в каком-нибудь Суприме, носить грилзы, но у меня семья, вот, и ответственность перед семьей. Имею в виду я не только Машку, но мать, сестру и так далее. А еще моя команда, которую нужно кормить тоже. Ты пиздец, ебаный гандон. Вот опять челик пишет какую-то хуйню. Вот я не добавляю, типа, людей в ЧС. Вот я сейчас говорю о том, что нужно семью обеспечивать. Меня, ну, типа, вот последнюю минуту, да, вот челик вот сейчас подсоединился, он пишет, ты пиздец, ебаный гандон. Ты долбоеб или че мне? Вот просто интересна твоя аргументация. Будут клипы, конечно. Да я не скажу, сколько приносит денег, я не могу разглашать эту информацию. Приносит нормально. Конечно, моя мама слушала мои треки. Она меня очень поддерживала с детства по музыке. Мама у меня прекрасный человечек. На концерте на моем была на последнем московском. Вместе с сестрой, кстати. Ладно, короче, какие-то хреновые вопросы пошли. Я, в принципе, сказал, что хотел. Давайте, пока.